Столица региона открыт набор в народную дружину, сообщает телеграм-канале Куйбышевского района. Набор граждан ведут для участия в охране порядка совместно с сотрудниками полиции на территории городского округа Самара. Более подробную информацию можно получить по телефону 990-83-18, а также в группах социальной сети ВКонтакте. Ссылки на группы доступны в телеграм-канале района. Прямой эфир, в котором поговорят о едином пособии на детей и беременных женщин, состоится в телеграм-канале mintrud.gov.ru. В пятницу 25 ноября в 16:00 на вопросы ответит первый заместитель главы Минтруда Ольга Баталина, говорится в телеграм-канале промышленного района. Вопросы можно присылать заранее. Для этого необходимо пройти по опубликованным в телеграм-канале района ссылкам. Подробные ответы будут даны на каждый из них. Не пропустите. В Кировском районе продолжается очистка тротуаров и дорог от снега и наледи, сообщает телеграм-канале района. В уборке задействована МБУ «Кировская», подрядная организация администрации района, управляющие компании ЖСК и ТСЖ. После уборки снега, где есть необходимость, тротуары обрабатывают реагентами. Особое внимание уделяется приведению в порядок территорий у соцобъектов, проходам и подъездам к детским садам, школам и больницам. В телеграм-канале Октябрьского района приглашают принять участие в опросе, который проводят на платформе обратной связи «Госуслуги решаем вместе». В числе основных вопросов – какое из общественных мест Октябрьского района вызывает у вас самые теплые воспоминания, что, на ваш взгляд, в вашем доме требует капитального ремонта в первую очередь и что необходимо сделать для улучшения вашей придомовой территории. Пройти опрос можно по опубликованным в телеграм-канале ссылкам.